Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о своем результате. У моего сына в 5 лет поставили астигматизм дальнозоркости одного глаза. Мы 8 лет ходили в клинику в глазную, наблюдались, и в течение 8 лет нам говорили, что ребенку нужно будет делать операцию, но операцию будем делать в 18 лет. Когда появился продукт в доме, а именно Flex, ему на тот момент было уже 13 лет. Он выбрал именно этот продукт, он съедал этот пакетик как конфетку, он был для него очень вкусный, коробочку дома прятал, остальную. Проев 2 коробочки, я забеспокоилась, сходила к знакомым врачам, спросила, почему ребенок так увлекся именно флексом, вдруг у него больные суставы, а он не может об этом сказать. Может быть, нужно, пора уже сделать рентген. На что она мне сказала: Марина, успокойся, соединительная ткань, и ребенок просто сейчас растет, у него такая потребность. Проев 4 коробки, у нас наступает очередная диагностика в глазной клинике. Мы идем, проверяемся. 2 раза нас отправили на эту диагностику. И врач, я думаю, что она просто была молодая, она, для нее это было удивление. Она сказала: вы знаете, что у вас этот глаз догнал второй. На что я спросила, что значит догнал, то есть для меня это непонятно было. И она показывает на пальцах, что он был такой, стал такой. Тогда у меня был следующий вопрос, почему мне за 8 лет никогда ни разу мне не сказали о том, что глаз внутри недоразвитый. Что произошло? Он с 4 коробок флекса, с 4 строчки, видеть стал сразу 7-ю. После этого уже не трёсся над продуктом, у него не было такой потребности. В течение 1,5 лет он проел буквально 3-4 коробки флекса. Зрение стало 0,9. И еще буквально через год, иногда он кушал продукт, иногда не кушал. Когда попросит, мы приносили. Приезжает домой, он у меня учится в Москве, приезжает домой и без очков. На что ему сделал замечание, что у тебя зрение еще не 100%, ты не можешь снять очки. Он сказал: мама, я прошел медкомиссию уже в Москве, и мне сказали очки снять. За год до операции мы сняли очки. Операцию я планировала сделать в Москве. Я уточняла, какая будет сумма. Сумма на один глаз 180 тысяч рублей. Мы проблему решили за 20 тысяч рублей. Я вам просто рекомендую всем употреблять этот продукт. Почему? Потому что мы не знали, что у ребенка есть такая проблема. А продукт начинает работать таким образом, он вначале устраняет причину. Да? Казалось бы, продукт для суставов, в результате оказалось, не хватает соединительной ткани, и у ребенка восстанавливается внутриглазное яблоко. У нас замечательный результат. Я вам всем рекомендую и желаю здоровья. Спасибо большое. Как вас зовут и город, пожалуйста? Меня зовут Марина Ташун, город Иркутск. Спасибо большое, Мариночка. Всего доброго.